Deviņi no desmit lietotājiem iesaka Pervo. Reņo Plus no Pervo. Put on your strong face. Your nothing's gonna stop me face. Go out and make it happen. Maybelline, New York. Rīgā Fashion Week trešā dienā! Čau visiem! Nu jau treša Rīga Fashion Week diena ir klāt, un šodien mēs sagaidām modes klasiku no Natālijas Jansones, viešņu no Ukrainas Goļets un viešņu no Lietuvas Akni Kudzmiskaite. Sekojiet man Santai Laizānei un Office Latvijā un nepalīdīsiet garām nevienu no mūsu pārsteigumiem. Jansона, как всегда, поражает и вдохновляет, и смотришь на то, что будет в следующем году модно. И, конечно, замечательно, интересно, цветовая гамма новая, насколько я обратила внимание. Потом стиль спортивный мне очень понравился, очень удобный, и, конечно, всегда она находит такую изюминку. В этот раз мне ее новая коллекция необыкновенно понравилась, и это замечательно. Цветовая гамма совпала с вашим представлением и ощущением о будущем лете? Вот как раз про будущее лето я думала о том, какие появятся новые цвета и что же она предложит. Было очень интересно, такие лазуренные цвета. Потом, но в основном я у нее видела, наблюдала серые оттенки. Сейчас она изменилась, и мне это очень нравится. Появились яркие цвета. Моды набирает обороты. Какие у вас уже впечатления от двух прошедших дней и какие сюрпризы вы готовите нам в ближайшее время? Ну, наверное, самый первый сюрприз для всех было открытие здания Латвийской национальной библиотеки. Необычный локейшн, по-английски говоря, и мы первый раз делали в этом помещении. Постарались сделать такое какое-то шоу необычное. На самом деле, как шоу это получилось. Я думаю, что было достаточно интересно и аттрактивно. Это мероприятие было рассчитано на такую молодежную аудиторию. Ну, по их отзывам, по-моему, было довольно неплохо. Ну и вчерашний день, конечно, был очень красивый, просто вдохновляющий показ М-Кутюр в бирже тоже. Все, кто были на показе, воодушевились и вдохновились. Даже не ожидали многие иностранные гости, что на таком уровне в Риге можно сделать показ. И местные дизайнеры чуть-чуть призадумались, как же теперь сделать что-то еще лучше. Очень сложно будет перепрыгнуть кого-то, коллекцию из Украины. Как вам понравилось? Совпало ли вашим представлением о будущем лете? О, да, была интересная коллекция, довольно интересные были цвета, яркая. Украина впечатлила, нестандартные были модели и такие светлые тона. А какие показы пришли сегодня посмотреть? Что особенно ждете именно в сегодняшний день? Настроение улучшить, посмотреть, пообщаться с Литвой, с Украиной, с Латвией.
посмотреть на все и себя показать. Себя показать, а в чем вы сегодня, расскажите? Я сегодня пришла показать себя. Это наш новый полушубок от Liagani MS из Свакара. Вот такой красивый. Конечно же, клатчик из каракуля. Спасибо большое, мы желаем хорошего вечера и прекрасного настроения. Пока. На что вас лично вдохновляет латвийская мода и Рижская неделя моды? Ну, во-первых, я счастлива, что этот праздник ровно два раза чаще, чем Новый год, но не менее прекрасен. Это раз. А во-вторых, я при всех своих смешанных кровях, я должна признаться, я никогда не испытывала излишнего патриотизма. То есть мне всегда были интересны всякие яркие, далекие культуры, цвета, узоры, но не латвийские. Но теперь я понимаю, что Riga Fashion Week — это именно то мероприятие, которое год от года взращивает мой патриотизм. И мне кажется, у нас, у латвийцев, достаточно занижена самооценка того, что мы можем сделать. И Латвия — это земля настоящих художников. Зачем покупать другие бренды, чужие бренды, ходить по аутлетам и пытаться попасть в струю чужую, когда у нас есть так много прекрасных художников, которые предлагают действительно вещи мирового уровня. И каждый раз, два раза в год, я просто вот медитирую на этот праздник, и я себя чувствую счастливой от этого. Расскажите о главной идее вашей коллекции сегодняшней. Я люблю подбирать свои идеи из моей такой ежедневной жизни. И я имею очень много как ролей, как и все женщины, я думаю, современные. Я и мама, и модельер, и студент в Академии искусства. Я учусь на докторантуре и работаю в театре. Так, я все эти свои работы как-то совмещаю, и немножко иногда есть такое чувство, как хаоса. Но я вот этот весь хаос, он меня и вдохновляет. И в этой коллекции я хотела показать, как из таких немножко хаотических вещей или каких-то просто вот вида, как совпадают ткани, которые в реальности, может быть, смотрятся очень контрастично, но эти контрасты могут быть очень неожиданные и красивые. Агния Кузьмицкайте, литовская дизайнер, известная на всю Литву. Благодаря своей коллаборации вместе с Максимой она сделала классное спальное белье. Сотрудничали с Максимой, продавали они в своих магазинах. Она очень горячо любима на своей родине и известна благодаря бабочкам в разных размерах и цветах. А прошлую коллекцию, которую она представила в рамках Рижской недели моды, была создана вместе с ее ребенком. Ее дочь нарисовала каляки-маляки, которые превратились в принт. Латвия популярна. Я думаю, что нюд цвет набирает обороты, он переходит из одежды еще в аксессуары.
сумка или какой-нибудь кожаный аксессуар цвета нюд. Нюд — это телесный, песочный цвет. То, что я, например, тоже нюд. В принципе, я уже модный через спустя 3-6 месяцев. Vakar jums, ko jūs šodien sagaidāt no Riga Fashion Week un tuvākas modes skates? Mēs sagaidām kaut ko tādu, ko neredzējām pagājušajā gadā. Tagad būs Kuzmikaite, to pagājušajā gadā redzējām, bet noteikti būs kaut kādi jaunumi. Pēc tam būs One Wolf, ko arī gaidām. Ir redzēts dzīvē veikalā uz iespējams Latvijā, bet nav redzēts skate. Es konkrēti gaidu viņu. Kādas krāsas jūs sagaidāt ieraudzīt nākamajai vasarai? Pats neiešu, protams, aktuālākās krāsas nākamajai sezonai. Un to es jau nezinu, kādas tās ir, varbūt tās, un tāpēc gaidu to sagaidīt. Подошел к концу третий день Рига Fashion Week. Гости остались под приятным впечатлением. Ну, а ваших мы хотели бы услышать под этим видео. Ждите от нас новых репортажей. Оставайтесь с Офисель Латвия. До скорых встреч. Пока-пока.